Новый персонаж нашей рубрики – человек в футляре, в платье-футляре. Ведь это безопасный, незатейливый способ выглядеть прилично каждый день, не растрачивая время на составление интересных образов. Как хорошо, что Наталья решилась покинуть зону комфорта ради приключений и стильных открытий. Мне 39 лет. Я работаю представителем фармацевтической компании в городе Тюмень. Воспитываю сына, люблю путешествовать. Очень. И занимаюсь горными лыжами. Основной фокус сместился в сторону футболочек удобных, кофточек удобных, джинс, да, штанов. Когда приближается время какого-то ответственного мероприятия или конференции, сразу встает такой вопрос. Мне кроме трикотажного платьишка-то одеть-то больше и нечего. До недавнего времени наша Наташа вообще не особо верила в свою внешность. Срочно пора принимать счастье каждый день по чайной ложечке, пока такая диета не станет нормой. Многим нашим героям мы рекомендуем использовать сочные оттенки, яркие цветовые комбинации и как можно больше необычных цветовых контрастов. А Наталье не стоит ударяться в такие эксперименты, ей достаточно использовать классические линии в крое одежды, более сдержанные цвета, монохромную гамму, ахроматические цвета полностью в одном комплекте. А при использовании ярких красок выбирать чистые оттенки красного, синего, желтого, можно добавлять коричневые тона. Очень удобный, как раз очень хорошо подойдет для конференций. Немножко, конечно, хотелось бы добавить цвета, темновато для меня. Оказалось, наша героиня из тех, кто решительно отказывается от брюк ради раскрытия могучей женской энергии и все такое. Поэтому мы нарочно предложили ей примерить еще и комплект с шортами. Между прочим, они бывают не только летними и пляжными. Я рекомендую даже в повседневных образах использовать более нетривиальные варианты платьев, например, платье длиной до пола, и сочетать их с жилетами, жакетами. Они могут быть как меховыми, так и замшевыми, либо велюровыми. Нравится вот это именно сочетание такой гладкой ткани и пиджак фактурный. Очень интересно, да, яркие желтые пуговицы, золотые. В целом комплект такой свежий. Удивила, если честно, длина. Я обычно такую не ношу, а здесь мне даже понравилось. Если Наталья захотела бы когда-либо сделать свой оттенок волос более темным, например, средним русым, то тогда ей придется использовать косметику более активно, чем она привыкла на данный момент. Перемены будут постепенными, так что никакого шока и неузнавания себя в зеркале не произойдет. А вот уверенность своей природной красоте и силе появится. Убедимся в следующем выпуске.